Ну что, всем огромный привет. У нас влог. Вот, влог недобрый, потому что мне очень волнительно это. Я сейчас видосик снимал. Нацепил эти трессы. Вот, потому что завтра мы идем с Соной Боной на операцию ей на писю, поняли? Будем делать писю собачке. Очень, конечно, страшно. Ой, не знаю, как мне это самому пережить, потому что она же уже совсем ребенок. Мой уже ребенок. И как ребенка отправлять на операцию? Я уже начитался всех форумов, всех историй, какие там страшные могут быть последствия. Себя накрутил. Что только там не понарассказывали, и как там швы расходятся, и как... Ой, ну, короче, ужасов. Но надо, потому что это профилактика вот этих вот онкологических заболеваний у собачкиных. Что-то я лохматый какой-то. Видите, лапку дают? Ну, вы только посмотрите, как дают лапку. Дашь лапку? Очень жалко. Вон, видите, дала лапку. Это я ее научил. Вот, очень жалко. И вообще, ну, она уже реально мой ребенок. И вы представляете, вот ребенку плохо, матери тоже очень плохо. Ой, все, завтра вместе с вами пойдем. Ой, будем забирать и всю эту неделю со всеми отходняками и прочими моментами буду вам показывать во влоге. Дико страшно, дико вообще. Просто страшно, ужасно. Ой, ребенушек. Даже сама не подозревает, что ее ждет. Ой, ну все, не буду нагнетать. До этого, до нового кадра. А еще Сонша умеет, как ребенок, лежать вот так вот на спинке. Не помню, показывал я вам или нет, но она вот любит, умеет. Вот какая собака еще любит лежать на руках на спинке? Я ни одну такую, даже маленькую, не встречал. А у меня Солнце прям как ребенок на спинке лежит. Можно ее также убаюкать, что она уснет. Даже вот так вот ее качаешь, и она может заснуть. Да, прям совсем она ручная, такая мормышка. Такая вот Сона Бона. Маленькая собачка. Ой. Волнуюсь, блин, не могу, не знаю, что делать. Я уже даже выпил две этих. Две таблетки пустырника, аж трясет все, а завтра идти только, представляете? Ужас какой-то. Еду по делам. Сейчас иду в этот магазин, надо моим малыженькам что-то купить. На подарок. Смотрите, как лицо блестит. Это все шикарный уход. Вот мажьтесь кремиками 30 раз на дню, будет там же лицо блестить красиво. Он Солнце играется, ждет не дождется. А вон Битюльша завистливо смотрит, пока Солнце тут с ума сходит, столбиком прыгает. Ну-ка, как мы прыгаем? Колбаску сделаешь? Раз, два, три, колбаска. Раз, два, три, колбаска. Раз, два, три, колбаска. Это она как колбаса вертится. Ну, раз, два, три, колбаска. И вон Битюшатина завидует. Битюль. Ой, кошмар. Чё ты, колбаска? Ой, ну все, не может. Она хочет уже на меня быстрее запрыгнуть, чтобы мы с ней это ходили. Она любит сесть и по квартире, чтобы я ее водил повсюду. Вот она. Маленькая поганочка. Кто тут маленькая поганочка? Кто тут маленькая поганочка? Ах ты поганка. Давай ролл сделаем. Давай ролл. Раз. Ролл. Два. Ролл. Ай. Ой, больно прикусила. Ой, ну сёнш, прасюнш. Видите, как бегает, прыгает, ужас.
Битюша уже даже не обращает внимания на ее игры. Вон, видите, согнала. Вон, побежала. Да она есть хочет. Завтра у нас операция будет. Завтра у нас operation. Вот. Завтра я ее покормлю в 6 утра, а в 5 вечера у нас операция. Вот, время достаточно, что там уже все у нее там очистилось, прочистилось, поэтому можно, в принципе, и это. Утром она поест, голодная не будет, она там засыпать. Вот. Вот так вот. Хочет еды. Игрунка. Покажу, как я люблю делать. Так, Сона, надо, чтобы ты Сона, сядь. Сядь. Сейчас она сделает зайчика. Сона, сядь, успокойся. Сона, спокойно. Сона, сядь. Сона, сядь. Так, расслабься. И вот так вот. Упасть ее. Ну, блин, Сона, прекрати беситься. Ну-ка, еще раз. Сядь, да я тебя упаду. Сона, сядь. Давай. Садимся. Расслабили. Сона, спокойно. Ну, блин, так хочется вам показать, как она падает. Смешно. Сона. Так. Тихо. Ну, видите, заигралась. Ой-ой-ой. Сона, тихо. Сядь. Давай. Ну, опусти уже жопу на диван, а. Успокойся. Сидишь? Тихо. Вон, ну, блин, она заигралась. Когда она сонная, она прям бухается. Заигралась. Ой, ну кошмар. А еще она не любит, когда ей лапы берут, когда она играет. Смотрите. Ну, так, тихо. Сона. Так вот, беру лапы, она начинает беситься. Так вот. Аж хрюкает вся. Сейчас за нос схвачу. Крысу такую. Сейчас за лапу буду хватать. Ладно, аж вся эта зверюга. Уже вся эта хрюкает уже вся. Сейчас буду за жопу хватать. Вот так вот раз, раз, раз. Так и играемся. Ну все, мы с мормышкой проснулись. Вот я ее покормил сегодня в 6 утра. Вот, и сегодня мы с ней отправляемся. Вот. Перенесли нас, еще вчера звонили. На 4. С чем-то на 4 вечера. Вот поэтому мормышкина тоже тут готовится вовсю. Я тут тоже вовсю уже пью энергетики всякие. Вот. Тут, вот здесь вот ей сделают надрезик на пузе там розовым. Тут все побреют и зеленкой йодом вымажут. Я уже почитал. Вот. Уже немножко, кстати, поспокойнее к этому всему отношусь. К самому вот этому вот моменту. Обеспечиванию. Вот, потому что это реально нужно. Потому что, смотрите, это предупреждает полностью онкологию, там, на 100%. Отрезают эти яичники и матку. Значит, что нету рака матки и яичников, а следовательно, и всей вот этой вот молочных желез. И тоже, знаете, 80%, да даже не 80%, а 99% всех проблем исключено. Просто отрезать то, что под этим, под дамокловым мечом. Поэтому это все нужно реально. Операция у девочек, она сложнее проходит, потому что у девочек все сложнее. У девочек прям делают надрез в пузе и там уже ковыряются. Ну, достают вот эту вот матку, яичники и удаляют их. Вот, а у мальчиков все проще. И у девочек, конечно, реабилитационный период дольше. Не знаю, что ей оденут. Либо вот эту вот повязочку на туловище, вот такую вот, закрывательную, либо попону. Короче, там увидим. Я еще постараюсь в клинике поснимать, записать разговор с ветеринаром. Вот, надеюсь, все получится. Вот, поэтому с Соншей мы это тоже держим кулачки, чтобы все у нас было хорошо. Ну что, мы с Соной Боной отправляемся в путь дороженьку.
Вот, в зеркале отражаемся. Она уже в своем пуховичке. Хорошеньком. Надо еще вот мусор вытянуть по дороге. Вот. Страшно очень. Все попернем из соншей. Вот. Лапки в ручку, чтобы не замерзли. Идем в ветклинику. Ой. Ну все, отдал я Сону Бону. Вот, сказали, позвонят не за полчаса, прежде чем ее забирать. Вот, подписал соглашение, ее осмотрели, прослушали, взвесили. Она у меня потолстела. 2 килограмма теперь весит. Вот. И удалим ей клыки молочные. Вот. В общем, процедура вся встала мне 8000. Вот, подписал еще договор, что, ну, так как клиника частная, то что это последствия могут быть любые, клиника за собой ничего не несет. Конечно, очень мне страшно из-за этого повода. Ну ладно, и за то, что типа, если нужны будут какие-то процедуры, если они до меня не дозвонятся, то они их будут проводить. Короче, так вот, страшно. Кстати, одна непонятка в прайсе. В прайсе указана стерилизация 5000. Они такие говорят, а у нас не обновлены цены, поэтому 6. Вот, я попробую поторговаться с ними. Спит, блин, даже усом не ворочит, что солнца нет. Ты что, уже все забыла, что есть собачка? Битюльша. Ой, колбаса, блин, это, блин, так пусто без Сонши вообще. Уже 5 минут дома, не могу уже. Нету собачки, ну что такое? Короче, пострессую с кофе, шоколадка, успокою себя. Вот, в ожидании. Ну что, уже 2 часа жду, 2 часа уже прошло. Как она там? Вот пока что не звонит, жду. Волнуюсь. Вот, поэтому в ожидании. Все, позвонили, собираюсь за Соной Боной, одену шарф больше. В какой-то веке свой хомут. Вот, ненавижу шапки, ношу только шарфы. Пальтишко, сумочку и все, в путь дороженьку. Все. Дальше вам отпишу еще как. Отзвонюсь или как? От видеоуса. Собрал я Сону Бону, она как-то очень прилично даже выглядит. Попона на ней. Вот, как будто ничего не было. Сейчас приеду домой, расскажу вам. Все, вот моя девочка на завязочках. Соскучилась. Вот такая вот у нее попона. Тут не знаю, зачем. И вот эта вот завязочка. Ну, зачем-то, наверное, нужна. Вот. Вот, вот так вот, через 2 недели будем снимать швы ей. Потом вам все расскажу поподробнее. На ножке был бинтик, ей вводили анестезию через ножку. Вот, сняли. Дал мормышке покушать. А то она не ела с самого утра. Очень вяло кушает, потому что ей еще и зубки же удалили. Вот, ну грызет, вот как видно. Такая вот у нее эта попона. Вот, уже описала мне кровать. Кошмар, но я ее не буду ругать, потому что она, наверное, не специально. Вот. Зайкина вон отходит, не может себе места найти, бедняжка. Собачулькина. Вот, не знает, где ей притилиться. Вот. Прям ходит, колобродит, не может это никак место найти, где ей прилечь. Бедолажечка. Все ходит, нюхает и нюхает. Сядет, потом опять встанет. Вот так вот. Доброе утро, уже следующий день. Солнце вот устроилось тут в подушках. Всю ночь она как-то колобродила, не могла найти себе места. Вот, сейчас вроде она поспокойнее. Вот, попила, поела вчера, но это уже ночью.
Вот. Ну, как ты не понимала, что она хочет, так она, ну, все еще такая вяленькая, но получше намного. Вот. Поэтому попозже будет видно, что еще как. Надо хлоргексидин купить, смазывать и 1-2 раза шов обрабатывать в день. И 4 дня еще давать ей обезболивающее. Вот. Это все, что нужно сделать. 2 недели она должна ходить в этой попоне, в этом костюмчике медицинском. И через 2 недели мы снимаем швы. Вот. Сонша виноградиком. Она его смешно носом тыкает. Неудобно ей, конечно, с этими бантиками, завязочками. Но она уже это немножко смирилась. Она его катает, не может никак ухватить. Тут вот, кстати, так вот у нее тут завязано через лапки. Вот. Все слопало. А, нет, еще не слопало. Ну вот. Ну, виноградик это нормально. Я спрашивал, можно давать. Вот. Взял еще тут эти мандарины, апельсины. Такое новогоднее, типа настроение. Сейчас обработаем мормышкиный шовчик. Сейчас вот и тут ей развяжем узелочек на этой попоне. Вытащим ее лапки. Ну вот, смотрите, какая ужасная вот эта вот штучка. Вся эта растрехлявая, надо мне ее подрезать. Вытаскиваем вот так вот ей лапки. Вот она на пузико уже перевернулась. И вот он шовчик. Вот он, видите? 3 таких вот шовчика. Сейчас мы их обработаем. Беру ватный диск, такой вот, короче, хлоргексидин нам прописали. Так вот, наливаю на ватный диск. И сейчас мы его промочим немножечко. Так вот, аккуратненько прикладываем. Наверное, сон чешется немножко. Ничего. Вот так вот еще сейчас пройдем. Немножечко. Тихо, тихо, тихо. Так вот. Так вот мы обрабатываем шовчик. Такой вот у меня завтрак. Оладушки, сметана и кофе. Вот. Классный завтрак, да? Оладушки со сметаной. Ой. Виноград ест, вон, видите, катает его. Никак не может ухватиться. Такая дура. Ну давай. Жуй его. Короче, выбираем победителя в конкурсе, это на зубную щетку. Вот. Вот скопировали ссылку. Вот сайт Лизаны. Вставляем. Нажимаем «Мне повезет». Вот. Давайте. 36 комментариев. О! Юля, поздравляю, все, я тебе напишу. Поздравляю, поздравляю, вот, ты победительница. Отправлю зубную счет. Ну вот и все, влог закончен. В следующих влогах я вам покажу еще, как у нас будут эти дела со швами происходить, со всем остальным. Вот, потому что нужно будет смывать еще и все делать. Вот, поэтому в следующих влогах будете узнавать еще там кое-какие подробности там про Соншу и все остальное. Все, ставьте лайки, пишите комментарии, молитесь за Сону Бону. Всех люблю, всех целую. До скорых встреч, пока-пока.